Уважаемые друзья, мы ставим перед собой задачу выйти на урожай по году в 2 и больше миллиона тонн. Двигаемся к этой задаче каждый год, шаг за шагом. Верим в эти цифры. Ну и в этом году сделали хороший задел для этого. Добавили 30 тысяч гектар ярового клина по сравнению с прошлым годом. Собственно, и считаем, что это тоже тот вклад в этот результат, к которому мы с вами стремимся. Новинки есть, радует, что они наши. Сейчас вот Варна Громаш показал две небольших разработки. Да, это небольшой бизнес. Вот я его спросил, какая реализация по прошлому году. 120 миллионов всего реализация. Это небольшой бизнес, это именно тот малый бизнес, который мы, ну, и собственно, всегда поддерживаем, на который ориентируемся. Тем не менее, он показывает постоянную динамику в развитии. Мы хотим, чтобы на него распространялись все виды поддержки. Наши поддержки на него распространяются. Есть задача, чтобы на него распространились в том числе и федеральные программы. Тогда, конечно, будет другая динамика.